В феврале следующего года в областном центре планируют открыть новый крестильный храм в честь священномученика Мефодия, епископа Петропавловского. Строительство прихода начали 1,5 года назад. На каком этапе работы сейчас, узнаете из нашего следующего материала. Звона колоколов здесь пока не слышно, зато раздается стук молотка, в воздухе витает запах краски. Строительные работы в крестильном храме в честь священномученика Мефодия, епископа Петропавловского, сейчас на финальном этапе. А 1,5 года назад здесь не было ни намека на собор. Отделочные работы внутри самого храма почти завершены. Роспись на стенах и потолке сделали церковные художники. Свои места скоро займут иконы. Открыть храм планируют в феврале следующего года. А именно 17 числа, когда православные отметят праздник священномученика Мефодия, в честь которого назван этот крестильный храм. Лик святого епископа Петропавловского украшает восточную часть здания. Однако до момента открытия еще многое предстоит сделать, говорит протоиерей Сергий. Сейчас активно строительство ведется и в церковной лавке близ храма. В этом небольшом помещении еще разместят библиотеку, ризницу, служебные комнаты. Все это стало возможным благодаря неравнодушным верующим людям, которые пожертвовали свои сбережения на строительство. Хочу выразить благодарность тем и людям, и предприятиям, и организациям, и бизнесменам, которые жертвовали в течение этого времени свои средства, благодаря которым вот эти строения здесь у нас выросли. Темпы мы набрали хорошие, но средств не хватает. Поэтому я обращаюсь к жителям нашего города Петропавловска, к жителям нашей Северо-Казахстанской области, оказать материальную помощь, пожертвование в завершении строительства вот этого православного храма. Порядка 6-7 миллионов еще нам нужно сюда собрать. Сейчас в этой части города нет ни одной церкви, а раньше был железнодорожный храм в честь равноапостольной Марии Магдалины. Его разрушили еще в конце 20 века. 4 года назад собор решили восстановить, заложили краеугольный камень. Однако пока его строительство отложено, все средства направили на возведение этого небольшого крестильного храма, где уже после открытия будут совершаться все таинства богослужения. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.